переношу жару в Нью-Йорке методом йоги. Просто приезжайте на Брайтон-Бич. Я просто люблю жару. Я справляюсь, только обнимая кондиционер. Кондиционер – это плохо. Оставайтесь в помещении рядом с кондиционером. Этот океан, он как кондиционер. Не то, что в Майами, где вода теплая, никакого удовольствия. А эта вода, она просто волшебная, как будто оказываешься в параллельной реальности на другой планете. Сейчас надеюсь искупаться, чуть-чуть охладиться, хотя дорога сюда уже заняла... Я уже, в принципе, уже не справляюсь. Я только приехал, я еще не знаю. Я сам не из Бруклина, я вот из Лос-Анджелеса приехал вчера. Я первый день, я сам хочу узнать, как они справляются. Главное, полегче одеваться. Видите, как я одет? Тепло, наслаждаемся, прячемся под тент. Будет холодно, будем одеваться. И головной убор. Нужно уметь правильно одеться в такую погоду. Я плохой пример, но вот ребенок головной убор, чтобы был на голове. Я прожил больше 20 лет в Узбекистане. Поэтому к жаре я привык. Это раз. Во-вторых, я очень люблю солнце. И могу быть на солнце 24 часа. Мы справляемся пляжем только. Вот так сюда приходим. Фонтаном. Я как только увижу фонтан, даже самый маленький, сразу прыгаю в воду. Не могу сдержаться. Неважно, во что я одета, просто окунаюсь и все. Идите, вот мой муж, он вам все расскажет. И искупайтесь в океане, это прекрасно. И говорят, акул пока нет. Не слышал такого, что есть акулы. Не говорите. Надеюсь, в воде нет крокодилов. Я больше боюсь медуз. Акулы, они приплывают, уплывают. Можно в нос ей пнуть. А вот медуза, если ужалит, это ужасно. Да, я побаиваюсь акул. Я была недавно в Хэмптонс. Их там полно. Надеюсь, они там и останутся. Знаете, у меня есть ощущение, что из-за того, что я из России, я боюсь других вещей. То есть мне как бы вот акулы как-то не были из моего детства, и поэтому как бы они меня не пугают. Мы не боимся. Нет, мы сразу же с ними будем плавать. Акулы – это ведь их естественная среда обитания. Из-за глобального потепления акулы сконфужены и думают, что это Майами. Как справиться с жарой? Тени скажут. Ну вот я лишь сижу в тени. Под пальмой ветерок. Лучше всего на пляже. Я еще на скутере катаюсь, чтоб с ветерком. Пить водичку побольше. Надо пить побольше воды. Что такое метод йоги? Это значит побольше воды. Gatorade – это лучший напиток в мире. Он утоляет жажду, в нем электролиты, он такой прохладительный. Ничего лучше в жару не придумать. Арбузный сок. Ледяное пиво. Устроиться поудобнее прямо у воды, расслабиться, покупаться – это просто чудесно.